Простой салат потомки Цезаря. Для него нам понадобится отварная курица, один большой огурец, один зубчик чеснока, сыр, сметана и сухарики. Для начала режем мелко отварную курицу. Рубим чеснок. Огурец очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Все складываем в миску, солим и заправляем сметаной. Перед подачей украшаем сухариками. Приятного аппетита!